главное, да. Забора вижу, что поворотов нет, смысла даже нет переживать. Вот, я увидел все машины. Поворотник заблаговременно включай. Потихонечку пошли. Пошли. Возьми, в зеркало посмотри, поворотник ключи левый. Чего там он зацепило? Кто? Я. Яма там. Меньше думай об этом, поехали. На меня уже рули быстренько. Во. Все, молодец. Выбирай место для разворота. Включи поворотник. Больше никаких действий не надо. Едь прямо. Разгони машину, разгоняй машину. Ты с такой скоростью не перестроишься. Пошли. Стой, а то в бордюр сейчас едем. Крути руль. Поворачивай, что ли? Ничего, поворот не включил. А не включил. Все, поехал. В принципе, да, ничего сложного нет. Главное, вы когда перестраиваетесь, когда вы пытаетесь маневр какой-то сделать, совершить,